собрались как-то деревенские мужики зимой съездить в город за товарами. Решили и поехали. Едут они долго, с утра до вечера, ведь город находится не близко. Заехали они в незнакомую деревеньку и говорят: «Вот тут, братья, мы и заночуем, а завтра продолжим свой путь дальше». Заехали на постоялый двор, распрягли коней и говорят: «Братья, а сани-то надо развернуть оглоблями в сторону города, а то как мы завтра узнаем, куда нам ехать?» Верно, развернули сани оглоблями в сторону города, зашли в избушку и уснули. А один парень-шутник услыхал их речи и решил повернуть сани оглоблями обратно, в сторону их дома. Наступило утро. Мужики продолжили свой путь дальше. Едут они, едут, приезжают в деревню, и один из них говорит: «Стойте, братья, да мы эту деревню вчера проезжали. И из чего удумал? Много ли деревень на свете ты видел? И все они друг на друга похожи». Едут они дальше, проезжают мост. «Стойте ж, братья, да этот ж мост напротив нашей деревни. Много ли ты мостов видел? Нет, это не тот мост. Васька, гони дальше!» Заезжают они в родную деревню. «Да стойте ж, братья, да это ж деревня наша, ей богом клянусь, а вот мой дом стоит». «Ну да, твой, много ли ты деревень видел, и много ли домов, все они похожи». «Васька, гони дальше, да стойте же, а вот баба у реки стоит, белье стирает, как две капли воды на мою жену похожи. Много баб на свете одинаковых». А баба услышала их и как закричит с реки: «Эй, вы, дурачки! Вы что, свою родную деревню не узнали? И как вы посмели вернуться домой с пустыми руками?» Так мужики в тот раз в город и не попали.